Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Всего два слова позволят вам поставить мощную защиту. Сегодняшнее видео вы все узнаете. Сегодня я хочу с вами поделиться совершенно простыми двумя словами, которые позволят закрыть вас от влияния энергетических вампиров. Каждый хотя бы однажды оказывался под влиянием того, кто осознанно или нет, но распространяет негативную энергию. Это может выражаться в вечных жалобах, суждениях, сплетнях и общем негативном взгляде на мир. В народе таких людей называют энергетическими вампирами. И хотя лучшим способом борьбы с ними считается полное исключение общения, все-таки иногда нам приходится по тем или иным причинам взаимодействовать с такими людьми. Но в этом случае полезно знать слова обереги, которые помогут защититься от оттока жизненной энергии. Эти слова вы можете произносить в любой период времени. Итак, первое слово – это «обратно». В ситуации, когда вы чувствуете, что ваш собеседник настроен негативно, вам следует как можно скорее защитить себя трижды, произнеся «обратно». Желательно в этот момент скрестить ноги, руки, ну или хотя бы пальцы в кармане. Это обережное слово прекрасно возвращает весь негатив тому, кто пытается передать его вам. И второе слово, не менее важное, это «устранение». Это слово используется в тех случаях, когда разговор с неприятным для вас человеком уже состоялся, и на вашей душе остался тяжелый осадок. Наверняка были у вас такие случаи. И вот для того, чтобы подавить эти темные энергии стороннего влияния на вас, после такого общения нужно несколько раз проговорить слово «устранение». Все, посмотрите, как вам будет легче. А также хочу вам дать совершенно простую практику. С помощью данной практики вы можете поставить себе мощную защиту от энергетического вампиризма. Вам понадобится кольцо. Вы можете защититься не только при помощи слов, но и с помощью обережных талисманов. Одним из таких является металл. Легче всего использовать кольцо из любого металла. Все, что вам нужно, это просто зарядить свое украшение, чтобы в дальнейшем использовать его по назначению. Вы можете использовать любое кольцо, которое вы носите, неважно. Итак, что вы делаете? Все очень просто. Вам нужно выбрать день, когда вы будете заряжать свое кольцо. И это может быть либо полнолуние, либо новолуние. Только в эти моменты. Итак, берете свое кольцо в руки, зажигаете свечу. Пока горит ваша свеча, вы на кольцо должны сказать такие слова. «Как зло любое от металла уходит, так и меня пусть стороной обходит». Говорим три раза. Все. Затем дождитесь, пока ваша свеча догорит. Кольцо оставьте на подоконник на всю ночь. Лунные силы в эту ночь очень мощные и способны творить чудеса. Надевайте кольцо-талисман тогда, когда вы окажетесь в неприятной для себя ситуации и почувствуете, что нуждаетесь в защите. Данную практику нужно обновлять хотя бы раз в 2 месяца. Но также есть еще одна очень интересная методика. Одним из лучших способов противостоять злу считается защитный заговор, обращенный к ангелу-хранителю. Своей силой он создает вокруг человека невидимый купол, через который к нему не могут подобраться те, кто оказывает негативное влияние на ауру. Просто при встрече с негативным тяжелым человеком посмотрите наверх и тихо или про себя произнесите такие слова. «Ангел-хранитель, сила моя крепка, от зла людского защити меня, от влияния чужого избавь, за спиной моей стань, крылья в защиту расправь, истина». Говорим один раз. Перепишите эти слова и держите всегда на листочке. Достаточно даже просто один раз прочитать перед встречей с тяжелым человеком и посмотрите, что защита вам обеспечена.